Всем привет! Сегодня поговорим о ретро-автомобиле Opel Kadett. Осенью 1936 года стало началом производства автомобилей Opel Kadett первого поколения. Простой и недорогой автомобиль сразу завоевал успех среди покупателей. Внешний автомобиль напоминал известный в то время Opel Olympia, но с некоторыми изменениями в конструкции несущего кузова. Данная модель предлагалась в трех версиях – двух- и четырехдверный седан и кабриолет. Автомобиль был заднеприводным с несущим кузовом и был оснащен двигателем объемом 1,3 литра мощностью 23 лошадиные силы и максимально мог разогнаться до максимальной отметки 98 км в час. Также Кадет имел такую же подвеску, задний мост и рулевое управление, как у Opel Olympia. Этот автомобиль произвел огромное впечатление на Советский Союз, так как после окончания Второй мировой войны начали выпускать копии Opel Kadett под названием «Москвич». Стоит отметить, что после окончания войны выпуск машин не возобновился. Автомобиль вернулся на рынок лишь в 1962 году, где снова завоевал славу доступного автомобиля в период с 1936 по 1939 год. Было выпущено более 100 тысяч автомобилей Opel Kadett. На видео представили Opel Kadett 1936 года выпуска. Что скажете об этом автомобиле? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!